Надеемся, что сумеем вас заинтересовать, и вы поставите нам лайк за наши усилия. Юная красавица Мирьям работает на провинциальной станции. В свободное от работы время она помогает бизнесу своего отца, печет хлеб в его маленькой пекарне. Мирьям обручена с парнем по имени Актай, местным служителем Фемиды. Спокойная, размеренная жизнь внезапно принимает крутой оборот. Актай на своем автомобиле сбивает женщину и оставляет ее умирать, позорно удрав с места преступления. Добродушная Мирьям готова взять на себя вину, дабы спасти любимого. Девушка попадает под суд и приговаривается к тюремному заключению. Посмотреть седьмую серию можно будет после 13 сентября.